Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала. Вы на канале «О на даче жизни иначе». И с вами Ольга Николаевна. Сегодня хочу показать результат выращенных перцев, которые мы сеяли с вами вместе. И хочу напомнить, что одни семена мы сеяли просто сухими, другие мы сеяли подготовленными, то есть обрабатывали их флоргексидине, затем оставляли немного для набухания. И еще разница была, что сеяли мы подготовленный грунт и сеяли в почву брикет. Так вот сейчас я хочу вам просто, уже подошла пора пикировать их, и чтобы показать, как же все-таки они выглядят. Итак, приступим. Вот эти семена, вот это вот, это у меня из своих семян уже, это халиф. Посмотрите, как хорошо он развивается. Это был он замоченный, обработанный в хлоргексидине и замоченный. Конечно, уже нужно было пора пикировать немножко он вытянулся, но что поделаешь. Всходы появились быстрее, конечно, чем э, с сухими семенами. Вот такие семена, э, вот такой перчик, это знатный толстяк. Я их сеяла необработанными семенами, просто, э, просто посевом сухими семенами в грунт. Вот до сих пор он сходит. Первые всходы появились только э, даже... 9 марта, ну, не, не одинаково они всходили, то есть они, ну, я уже и ожидала, что они будут как бы недружно всходить, потому что они были очень пересушенные, такие семена. Так, еще, вот эти семена, это рыжий барин, рыжий барин, который просто из пакетика, магазинные семена, вот из этого пакетика. А вот здесь вот рыжий барин, Посмотрите, как дружно он зашел. Это семена, которые были обработаны в хлоргексидине, и дружненько они взошли. Еще такое, это просто для сравнения я вам показываю. Еще халиф. Вот эти семена просто в грунт я посадила, а вот здесь вот посмотрите. Это семена были подготовленные. Флоргексидини, подготовленные и намоченные, и выдержанные они были. Вот эта строчка идет, это халиф, почти все они взошли. Единственное, что-то вот здесь вот один, одно семечко какое-то, ну, семенная коробочка не выпала, поэтому он такой скукоженный, будем говорить, да. Средний, средний ряд, это стопудовый перец, стопудовый. Вот такой. Посмотрите, все до единого 10, 10 семян было и все до единого взошли, хотя из э, семян магазинных взошло всего два сухими семенами. И вот этот вот ряд – это белый налив, но ну, он взошел немножко попозже, скорее всего, э, ну такая у него конституция вроде бы. И еще белый налив. Вот здесь вот у меня, посмотрите. Ну то есть в почва-грунте очень хорошо они взошли дружненько, без потери ни одного семени не потерялось, то есть уже надежно мы могли его посадить. И еще один такой вот момент, посмотрите. Сейчас я буду пересаживать. Вот это вот семена, это семена из в прошлом году я в марте месяце покупала очень крупноплодный такой крупный перец красный, и вот это взяла из него семена. Посмотрите, все всходы появились, будем следить за тем, как он будет дальше развиваться. Это красный крупноплодный перец, толстостенный. Вот эти вот, этот перчик, это из профессиональных семян. Всходы появились, так, 27-го я их сеяла, всходы появились через 7 дней. Вот посмотрите, вот еще два, все шесть семян, все хорошо взошли и хорошо развиваются. Так, ну и Будулай, посмотрите, я вам показывала, что новые, новый перчик я прикупила в этом году, Будулай. Посмотрите, какой же он мощнейший, семена видно свежие совсем, посмотрите, какие они выросли. Здесь грунт тот же самый, ничего. Ну вот даже надо сейчас уже даже в больший, в больший объем его высаживать, уже не пол-литровый, наверное, а побольше, наверное, 0,7. Буду, придется заглублять. И еще один томат, который я... Оставались у меня три семечки. Это Early Sensation. Ну, они взошли. Взошли, попозже, конечно, они взошли. Видите, у них даже еще настоящие листики совсем маленькие. Ну, немножко подождем, а затем уже будем их тоже пикировать. Еще один сорт это Highway. Но ну, этот перчик я высаживала, уже высевала тоже сухими семенами и высевала я на 4 дня попозже. И тоже у него слабые очень, только-только вот они начали развиваться настоящие листики. Немножко видно, подзадержится с развитием. Ну вот, а сейчас приступим к пикировке. Будем заниматься, какие у нас перчики уже подошли будем заниматься. Пикировку я буду проводить вот в такие вот стаканчики с выдвижным дном на случай того, что если вдруг нужно будет его будет развиваться хорошо и его нужно будет пересаживать, я просто выдвину этот, этот перчик и посажу, заглублю в другие стаканчики или в другие емкости не нарушая ничего, точно так же буду переваливать. Ну, дорогие мои, я думаю, что все всходы появились очень хорошо. Будем говорить, что без потерь, потому что всего из всех перчиков вот только у меня какие стаканчики не взошли. Это всего лишь, ну сколько здесь? 3, 6, 10 штучек. 10 штучек, а посмотрите, сколько семян у меня здесь. Еще придется еще и делиться. Ну а сейчас приступим к пикировке. Я показывала, что стаканчики я беру вот такие пол стаканчики, заполняю их грунтом. Грунт я тоже показывала, у меня в профиле есть уже какие, какой грунт я готовила. Ну и начнем вот с этих высоких посмотрим, как все-таки они поместятся здесь. Посмотрите, какая уже корневая система хорошая, конечно. Нужно было их немножко пораньше уже пикировать. В прошлом году я первый раз высаживала перцы с заглублением в плане пикировку проводить. Все хорошо получилось и мне это понравилось, поэтому сейчас я тоже также буду немножко заглублю здесь вот на, хотя бы наполовину от того, что выросла. Ну вот так вот поправим немножко. И тоже полью, чуть-чуть полью. У меня грунт вроде бы влажный, только чтобы Чтобы осел грунт немного. Ну вот так вот сейчас продолжу дальше пикировать. Все это уже, наверное, всем известно. Ну вот, дорогие друзья, закончила я, вернее, не закончила, закончился у меня грунт, а пере, перевалку я буду дальше проводить. Сейчас наберу снова грунт и буду дальше проводить. Дальше уже будет у меня действительно пикировка, потому что вот эти вот сеянцы придется мне выдергивать и естественным образом буду нарушать, конечно, корневую пришлось конечно мне стаканчики немножко вот повыше еще взять другие уже стаканчики потому что вот такое возвышение мне у перчиков совсем ну, не понравилось так будем говорить. Ну на этом я с вами прощаюсь всего доброго, всем удачи теплого теплого лета весны хороших урожаев ну и конечно крепкого здоровья всего всего вам хорошего.